Henry, there are some things you can't prevent. So just stay in your tower, okay? Stay in there and watch. Всем большой привет, меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале. Мы с вами продолжаем играть в Пожарный дозор, это у нас 4-я серия. И просто я тут без вас немножечко побродила-походила, потому что, если честно, я немножко запуталась. И кто-нибудь может мне сказать, где были мои глаза, если я не заметила вот эту вот тропу, которая находится прямо напротив вот этого столба и напротив того конца провода, который мы с вами обнаружили в предыдущей серии. Вот здесь есть вот эта тропа, по которой я бродила просто неимоверное количество времени. А есть вот эта, на которую я ни разу не натыкалась. И здесь снова пивные банки, то есть следы от наших девчонок. Где были мои глаза? Как я могла не заметить эту тропу? Просто вот, если честно, я не понимаю. Я пребываю в шоке сама от себя, но да ладно. И, в общем-то, у нас есть два варианта, куда пойти. Либо сюда, и мы можем вот прям отсюда сигануть. Либо мы с вами можем пойти вообще вот так вот, судя по всему, спуститься. И мы можем также с вами пойти вот сюда и спрыгнуть уже отсюда. То есть вариантов много. Но мне кажется, что все они, в принципе, идут к одному и тому же месту, если я не ошибаюсь, потому что вон он тут, наш отступ. Вот. Поэтому пока что я предлагаю просто прибраться немножко. Да, как бы, а кто, если не мы? Потому что мне не нравится эта ситуация с засорением нашего заповедника, поэтому я уж решила взять на себя и роль уборщика тоже, хотя зарплата нашего Генри никак от этого не повысится. Ну ладно, давайте что ли спрыгнем, наверное, отсюда. Хотя, знаете, теперь я очень сильно боюсь куда-то спрыгивать, потому что страшно, что может получиться как в тот раз, что мы спрыгнем и больше не сможем вернуться. Ну ладно, давайте вот отсюда спрыгнем, да? Угу, окей. А, ну забраться, если что, мы можем, кстати. Это... Ой, слушайте, это круто, это очень радует. Так, ну что, побежали с вами дальше. Так, ага, вот тут вот у нас ведет пивная баночка нас куда-то. Слушайте, ну, судя по количеству пивных банок, которые оставляют наши барышни, то это прям, знаете, такая мощная заявочка, мне кажется. Так, ну давайте все-таки перед тем, как идти туда, мы исследуем все тут. Ой, или это я уже... Ага, это я уже туда пошла, все, я... Сейчас я опять заблужусь, судя по всему. Сначала я хочу пройти вот сюда. Хотя, в принципе, наверное, это тот же самый путь, да? Хотя вот, смотрите, там есть какое-то бревно. А, ну, наверное, мы никак не можем туда, в общем-то, добраться до этого бревна. Поэтому... В принципе, у нас только здесь основной путь. Ладно, не хочу прыгать. Давайте спустимся более безопасным способом, что ли. И пойдем по следу из наших пивных банок. Опа. Давайте все подбирать. И, кстати, ребят, мне все-таки очень хочется добраться до того ящика, который мы сами видели в предыдущей серии. И я думаю, может быть, если Генри вернется в свою башню, ну, я так полагаю, что мы все равно в конце дня туда должны возвращаться, то в таком случае я, возможно, сама вернусь на ту точку, уже без вас, вот, и просто уже потом включу запись, когда мы с вами обнаружим, что же мы там нашли. Вот, потому что, ну, любопытно, мне кажется, неспроста там эти ящики. Так, я сейчас куда-то опять забреду, непонятно куда, но мне же так все интересно. Мне же все интересно. И мне кажется, что это у нас, да, заблокированная тропа. Вот она. Мы можем о ней что-то сказать? Ну, давайте. I've got an overgrown trail here. Yeah, that'll happen. So I'm screwed when it comes to getting past it? Mm-hmm. Screwed until you clear it yourself, yeah. Great. Well, if I come across some tools, I'll add groundskeeping to my ever-increasing list of responsibilities. Ой, это точно. Еще что-то можешь сказать? Так,
Но мы же только что сообщили. А мы можем ее расчистить как-то? Нет, все равно не можем. Окей, ладно. Значит, мы выходим отсюда, здесь нам делать нечего. Ну, в принципе, я не знаю, так, что нам там делать, если мы с той стороны все уже оббегали и исследовали. Что может быть еще там нового? Я, конечно, без понятия. Так, ну ладно, давайте побежим куда-нибудь сюда. А куда мы вообще направляемся? Опа! Мы вообще довольно так далеко зашли, смотрите. Вот здесь наша вышка, где красный квадрат. И мы вот аж тут. Это довольно-таки далеко. Ну ладно, ладно. Давайте будем продолжать идти. Потому что по-другому, как бы, мы не найдем наших девчонок, я так полагаю. Ага, прыжок с высоты. Ну, здесь мы все исследовали, я так полагаю. Поэтому, да, давайте. Ну и вот тут уже мы не вернемся, я так полагаю. Здесь снова у нас точка невозврата. А, сообщить о прыжке. Just wait for the rest of the summer when you'll be sitting on your fat ass 14 hours a day. Ха. Прекрасно. Нет, ну, на самом деле я не против. Что тут плохого такого побегать? О, опа, у нас тут тропа. И там тропа. Ну, как всегда, мы находимся на распутье, что делать непонятно. Так, озеро Джонси и припасы региона Торрефер. Опа. Ну, вот это вот намного ближе находится, хотя вышка Торрефер 77 километров. Вообще, смотрите, вышка две тропы. А, вот это, ну, кстати, наша вышка. И озеро Джонси, это тоже к нам. Я так полагаю, нам туда надо идти. А что, если мы пойдем туда? Слушайте, ну, мне же все интересно. Давайте мы с вами отправимся туда сначала. Мне любопытно, что мы можем найти. Сначала надо же все исследовать. Ну, по крайней мере, мы попробуем, посмотрим, если что. Ой, красота. Высоко, высоко сижу, далеко гляжу. Угу. Так, и что тут у нас? А, так, мы можем тут прочитать что-то? Или что? Что это только что было? А, ну, вот... Вот эти неуловимые, конечно, подсказки, это тоже то еще удовольствие. Ой, ну вот и где? И что, и где? Ну. Вышка Торрефер. Припасы. 18 метров на северо-запад. Да, тут, конечно, немножко с переводом проблема, потому что, как вы видите, на северо-запад. Так, припасы, значит, северо-запад, понятно. А туда на север. Ну, давайте пойдем на, получается, запад. На север-запад, это туда, я так полагаю. И, ага, это и есть те самые припасы, интересно. Ящик с припасами, да. Давайте мы его откроем. Я надеюсь, что пароль у нас такой же. Да, отлично. Так, и что у нас тут? Собственно, ничего, серьезно, вообще совсем ничего. Ладно, но это было, конечно, обидно. А почему там ничего нету? Интересно, может быть, кто-то уже забрал до нас. А что делать? А что в таком случае нам делать? Любопытно. Кстати, вырубка лесов идет у нас. Так, и все. Это тупик. Больше никуда мы проникнуть не можем. Хм. Любопытно, конечно, любопытно. Так, давай. Набег, сорвемся. Так, значит, здесь мы все прошли. Вот это вот мы нашли. И там ничего нету. Это очень странно. А если мы пойдем сюда? Мы дойдем до какой-нибудь точки, или, может быть, до вышки Торрефер. Я не уверена, конечно, что нам туда надо. Хотя, может быть, нас туда и не пустят. Или пустят. Что скажете? Вы нас туда пустите?
Давайте посмотрим. Ой. Опа. Ну-ка. Hey, I'm out at a ravine. What's this thing that spans across it? That is how you get to my sector. No kidding. Well, let me hike over. Well, it's locked up and mainly for emergencies. I've never actually used it. Rangers use it from time to time, but that's it. Mm-hmm. Помогите мне экстренный случай. Help! Oh, God, it's an emergency! Oh, really? Yeah, I got eyes on a tornado. I gotta get out of here. A tornado in the heart of the Rockies? Конечно. Yes! Holy moly, I need to call this in. Tom, Two Forks sees a tornado. He says he needs an evac into my sector. It's a meteorological impossibility. There haven't been tornadoes in the greater Yellowstone region in 100 million years. You're gonna need him to stay and take a detailed personal account, even if it means giving his life. Okay, I'll tell him. Sorry, Hank. No dice. Man. Ну, что ты не пускаешь нас в гости, а, Делайла? М? Эх, не хочет с нами видеться Делайла. Видимо, еще обижена после того разговора. Кстати, ребят, она, как видите, до сих пор называет нас Хэнк. Хотя мы вроде как говорили, зови нас Генри. А, вот, и я тут подумала, помните нашего желтого друга, деревянную табличку, которую мы притащили к себе на вышку? Я тут решила вам сообщить, что я придумала для него имя. Угадайте, как его будут звать. Конечно же, Хэнк. Вот, мне кажется, что это просто идеально. Так, ну здесь мы все исследовали. Значит, моя душенька будет спокойна. Теперь мы с вами можем отправляться уже непосредственно на нашу миссию по поиску подростков. А, вот. Так. Опа. Опа. Здравствуйте. Так, а что это у нас такое? А что это у нас тут такое? There's an abandoned pack out here. And it's not one of the teens? No, it looks like it was lost a long time ago. Well, you could always pilfer it for supplies. Хм. А если его оставили давно? Это ничего страшного? Ничего? Ну-ка. Эть. Опа. Он упал прям к нашим ногам. Опа. О! Ха, у нас теперь есть камера, что ли? И веревка. Well, I am flush with ropes now. That Слушай. Pack was full of them, in decent condition too. That's lucky. I mean, there's enough rope here that I could just leave them hooked up, I think. Oh, get this pack came with one of those cardboard single-use cameras. With pictures left? Mm-hmm. Yeah, he only used three or four. Чтобы использовать фотоаппарат. Neato. Крутой Thank you, день. Brian Goodwin. Wait, who? The bag had the name Brian Goodwin sewn into the top. Do you know him? Yeah, I just haven't heard that name in a few years. Mm. Дозорный, рейнджер, дозорный. He was a lookout? Yeah, kinda, I guess. He was stationed in Two Forks, your lookout, with his dad Ned 3 summers ago. Great kid. You can bring children out here? No. You know, I'm not a stickler for rules. They took off halfway through the summer. Почему? Why? Where did they go? I don't know. I never really hit it off with old Ned. And, one day they were just gone. Sucks. Anyway, so it goes. Have, fun with that camera. Try not to snap anything that would scar a photodome employee. I don't know. I got a lot of hiking to do. Might get bored. Well, I'm bored as rocks, so I'll keep you company while you find those girls, huh? Окей. Окей. Можем еще что-то сказать? О, ящичек. Я вижу ящичек, это меня очень сильно радует. Так, давайте прикрепим веревку. Эти. Так, давайте спуститься. Я не знаю, конечно, насколько можно доверять веревке, которая была в рюкзаке, которую оставили довольно давно. Насколько она, как бы... Насколько она адекватно работает, но, видимо, получше, чем наше предыдущее. Так, крепление, карабкаться. А, крепление, прикрепить веревку. А, ну давайте прикрепим. Тут еще одно крепление. Все, я поняла.
То есть, а так ты спрыгнуть не мог. А не, ну все-таки да. Все-таки высоковато. Ладно, соглашусь. Так, тут у нас ничего нету, я ж такая. Мне надо все проверить. Так, давайте. Давайте. Будем спускаться. Цель, чтобы использовать фотоаппарат. Да я поняла. Я поняла, что мы можем делать фоточки. Или нам надо прямо сейчас это сделать. Ну ладно. Если вы так требуете, то... Ну, надо же какой-то вид найти покрасивее, что ли. Ну, даже не знаю. О, вот здесь хорошо. О, слушайте, вот здесь очень хорошо. Ну-ка, давайте сфотаем вот так как-нибудь. Вот так. У нас 18 кадров всего, да? О, вот так вот мне еще очень нравится. Либо вот так вот. Как-нибудь вот так. Или вот так. Слушайте, я сейчас буду 3 часа фоточку выбирать. Так, чтобы сфотографировать. Ага. Цель, чтобы опустить фотоаппарат. Ну все, хватит. Хватит. На этом достаточно. Ты ж моя инстаграмная девочка. Sorry about snapping at you earlier. Опа. I thought about it, and yeah, I suppose that must have sounded kind of weird when you heard me take that other call. Plus, you're just out here in your own head. Trust me, I know how it is. So, did you break any hearts back in Colorado when you took this job? I myself have chosen to never get attached to anyone who would miss me, but I know I'm a bit of an outlier. Ну, наверное. I don't mean that the way it sounds. I mean, I care about people and I like companionship as much as the next person. But why does it have to come from the same person for your whole life? My Aunt Kathy was married to the same guy for 4 decades, and when he died, she found out he'd been having an affair with a real estate broker for 15 years. Whereas my Aunt Judy traveled the world dating artists and musicians as she saw fit. Call me crazy, but I'd rather spend a week in bed with Sonny Bono than half a lifetime with some cheating stockbroker. Ну, давайте, я женат. I'm actually married. But you're here. Она больна, и меня здесь быть не должно. Наверное, She's вот это. She's sick, and I shouldn't be here, but I am. I'm sorry, Henry. What is it? We'll get into it. Okay. Well, in the meantime, you are here, and it's beautiful, and escaping isn't always something bad. Yeah, sure. Look, I gotta go do a thing, but I'll have a radio. Okay, call me if you need to. Ну, спасибо. Окей, слушайте, вроде как нормально поговорили с Делайлой. Это хорошо, это меня очень радует. Так, давайте залезем вот так. Хотя можно было обойти, но как бы, ладно. Почему бы не понагружать нашего Генри дополнительными какими-то нагрузочками физическими? Так, у нас тут ящик, я бегу к тебе, ящик с припасами. Открыть, 1, 2, 3, 4, конечно. Так, опа, ящик с припасами, карта, скопировать информацию, а что это у нас тут? А, это цветочки просто, господи, это просто цветочки. А ну-ка, записка, давай. Так, читать, так, ю, точно. Дэйв, угадай, у кого свидание с Дэйби на следующей неделе? Нет, не у этого засранца Стива, у твоего друга Рона. Я пошел проведать нового парня в двух тропах и услышал, как он говорит сам с собой, больше, чем другие дозорные. Ага, поэтому решил держаться подальше. Помнишь, как ты засек парня из Чимни Рок, когда ты развлекался сам с собой в гамаке? Я начинаю думать, что лесная служба нанимает только психов и извращенцев. Нас, конечно, это не касается, мы сливки общества. Давай выпьем за Деп, Рон. Прелесть. Прелесть. Да, конечно же, мы это оставляем себе на память. Так, что это? Окаменелый коготь. Ну, давай. Someone found a fossil and put it in a cash box. Could be the same person who left that antler. And maybe they're leaving me an entire creature, piece by piece. О, боже мой. Так, осмотреть. Ну, хорошо. Допустим. Так, давай теперь положим аккуратно. О, ничего себе, ты даже с первого раза справился. Какой молодец. Так, давай это тоже обратно положим. А, ну вот все.
Скажи, один раз справился и хватит. О, супер, супер. Так, ну все, мы тут все как бы видели. А это что такое? Ага. Ну, что-то какие-то просто цветочки. Так, окей. Хорошо, минус один ящик. Это очень хорошо. Озеро Джонси. Вышка две тропы. Ну, слушайте, нам нормально так еще пилярить. Судя по всему, мы можем тут забраться? Нет. Тут забраться мы не можем. Ладно, пошли дальше. Автосейв, спасибо. Снова две тропы. Господи, боже мой, как мне это все дорого. Почему везде есть две тропы и всюду можно пройти? Опа. У нас там закрыто, да? Давайте сбегаем. Давайте сбегаем, посмотрим, что у нас тут. Забор. Угу. Hey, Delilah? What do you got? You found him? No, not yet. Она желает расправы у нас. Why would there be a fence out here? Because sometimes hikers go ass over tea kettle when on a trail. So the Forest Service would put up a big chain link fence? A chain link fence? Yeah, it looks like it surrounds a huge area. Huh, that's weird. Кого они там держат? Что они там держат? What do you think they're keeping in? What do they not want to have get out of there? Oh, geez, so many things. Should I just stop you now? Maybe loads of hedgehogs. Okay. Thousands even, full percentage points of the global hedgehog population. Ну, конечно. The New Zealand government is up in arms. Where are all the hedgehogs? Well, folks are hiding them all in Wyoming. That's where they are. Who would do that and why? Ha-ha. That is the real mystery. Really glad I kept you in the loop. Thanks for all of the high-quality information. Okay, okay. I'll ask what's up if I talk to someone in the next few days who I think might know. Да положи рацию. Да, конечно. Барышня наша умеет в сарказм. Иногда даже слишком. А чё, я бы доезжай и посмотрела. Чего нет-то? Так. Куда мы идем? Куда мы идем? Ну, тут все заперто. Ясно. Давайте тогда вернемся на ту тропу. Первую. Вот. Это хорошо, что тут закрыто все-таки. Потому что я уже расстроилась, что опять две тропы. И туда можно пройти, и туда можно пройти. Так, а где вторая тропа? Еще не здесь, да? Побежали, побежали, побежали. А, вот, вот сюда идем. Что? А. She's got Alzheimer's, like dementia. Whoa. How old was she? Is she? She's alive. She's with her family in Melbourne, Australia. She's 43. Yeah. What was it like when you guys found out? Наверное, мы не понимали. Well, we didn't really understand what was happening. You don't get Alzheimer's in your late 30s. No kidding. But even then, we didn't really get it until she couldn't work anymore and I couldn't leave her alone. It wasn't until then that I said, oh, this is it. This is over. That was hard. I'm sorry to be such a downer. Don't even. I'm happy to listen. And, you know, we'll try to have some fun this summer. I promise. Ну, окей. Спасибо за поддержку. Так. У меня тут постоянно глаза разбегаются. Я не знаю, куда мне идти. Я не знаю, куда мне идти, чего мне искать. Постоянно какие-то обходные пути, тропы. Вообще. Еще постоянно боюсь что-то упустить. Знаете, вот почти... Я ж почти прошла мимо того рюкзака, который был на дереве. Я его вообще не заметила. Может быть, это потому, что я несусь, конечно, как угорелая. Если бы я так быстро не бежала, возможно, я бы не пропускала чего-то такого. Но, блинский, Генри очень медленно ходит. Ну, для таких, как бы, для такого объема территорий, мне кажется, немножко медленно. Ну,
Нет, ладно, туда уже. I'm having a hell of a time getting this fucking flapjack off his ass and out to repair that wire. Чего? Ха-ха. Oh, man. What? You like that? This guy is the freaking king of the flapjacks. Yeah, that's solid. I'll have to keep that one in my pocket. It's all yours. Ага. Да. Прекрасно. Так. Тут... Чё тут? Тут даже и спрыгивать-то нечего, на самом-то деле. Эти выступы, конечно. Так, стоп. А мы там были? Или нет? Или да? Погодите. Я запуталась. Мы там были? Да. По-моему, мы там были. Новая территория. Обширная территория. Это интересно. И это очень интересно все. Так, давайте мы карту посмотрим. Ага. Кэш. Ну, я так понимаю, мы уже его добыли. 241-й забор тут, значит. И мы идем куда-то. Ох. Далеко же нам пилярить до наших этих двух троп. Так. Ну-ка. Что это у нас? Или ничего такого интересного? Забор? Просто забор? Ну, можете, девчонки, за забором. You think those girls could be behind this fence? Well, having once been an ornery young woman, the last thing I would do is climb a fence. Especially if I knew I was in trouble. I don't even know how I would get in. It's really strange that that's out there, by the way. Yeah, it's weird. Ну чё? А мне кажется, вполне себе в стрессовой ситуации перелезть через забор, сгоревшая зона. Так. Сгоревшая зона. Я вас поняла. Где? Мы можем об этом как-то? Не уверен, куда идти из-за сгоревшего леса. From this burned section of forest, I have no idea where to go. Their trail is pretty cold at this point. You're out by Mule Point. No one would camp out in a fireweed. Well, I want you to stay out there, as a favor to little old me. My pleasure. Okay, we know these young women are sloppy. They must have left some sort of trail. Ну, пивные банки. Они до этого всегда оставляли пивные банки. Но я здесь не вижу ни одной пивной банки. Как бы... Ой. Генри, прости. Я немножко тебя повожу через ветки. Ну, нет же нигде пивных банок. Да, печальненько. Тут, конечно, все выглядит. Ой, стоп, что? Сгоревшее дерево. Ну, да. Можем что-то сказать по этому поводу? А-а. Ну, сгоревшее дерево, это ясень, пень. Так. Я так боюсь, что мы что-то упускаем. Ну, вроде как, ничего. Я теперь ищу пивные банки. Припасы региона Торофер. Но мы там уже были. Там никаких припасов нет. Что, кстати, любопытно. Мне кажется, или вы слышите вот этот вот шелест? Вот этот вот... Мне кажется, или это кто-то? Или это просто ветер? И я уже так немножечко, знаете, просто побаиваюсь, что кто-то может нас... выслеживать. So, how'd you meet? Ага. Met in a bar. The birthplace of modern romance. А что это? I walked over and asked her what her major was because I thought she was a student, not a prof. Smooth. That's me. I did make the first move though. Aw, you were brave. I was drunk. No. Да. В таких ситуациях
Одно вытекает из другого. Ой. Так. Погодите. Что случилось? Я не понимаю. Какая-то музыка заиграла. Тревожная. Автосейв. Что такое? Я ничего не вижу. Вообще ничего. От слова совсем. Но мне уже стало страшно. Так. О, нет. Это дохлый номер. Я не хочу туда идти. Погодите, я еще тут не исследовала. Слушайте, мы пошли туда, и у нас заиграла эта музыка. Может быть, нам туда все-таки? Может быть... Ага. Угу. Тонкий столб дыма. I see a really thin plume of smoke. Yeah, I see it too. A thin plume like this is either a new fire or a campfire. Campfire? You think it's them? I reckon so. Ну да. It looks like it's to the southwest of me. That's right. If you hike towards Five Mile Creek, that should put you in the neighborhood. Keep an eye on that smoke plume. Let me know if it's getting any larger. Will do. Окей. Так, стоп. Давай прикрепим веревку. Вот. Угу. И да, давайте будем... Ой, спускаться. Не на то нажала. Так, отлично, давай. Давай, мужик, давай, я в тебя верю. Ну, опа. What are you gonna do when the fire season wraps up? Are you gonna go be with her? Just go back to Boulder? You should go be with her. That's my opinion. Sorry for the umpteenth time. Anyway, call me when you find the girls. Or anything. Or call me whenever you want. Maybe I'll go visit. I don't know. Well, why not? She's with her family in Melbourne. They're not big fans of mine. Oh. Her sister, Susan, is great, but her parents, I think they always thought she could do better, and that I could have done a better job looking after her. Fuck that. I have no doubt you did your best. I don't know. If you want to go visit her, you should go. Don't let a couple of assholes keep you away from someone you love. I'll think about it. Делайла у нас такая девушка конкретная. Такая прям очень конкретная, я бы даже сказала. Не стесняется ни своих мыслей, ни выражений вообще. Прикольно. Ладно, давайте сходим к ящику. Мне очень любопытно, что там с этим ящиком. Мы вернулись с вами в то место, откуда все началось. Это очень любопытно, конечно. Ну ладно, давайте тогда до ящика хотя бы дойдем. Ага, вот он, наш ящик. Отлично. Ящик с припасами. Вот, собственно, прям при вас я его и открываю. Карта, так, скопировать информацию. Угу. Так, снова записка, шишка, доска. Ну, я так полагаю, ничего особенного. Так, читать. Привет, Дэйв. Я получил твою записку. О, надо поговорить. Прости, что тебя не нашел. Я искал тебя весь день, думал, будешь около ущелья помогать тем аспирантам, но, кажется, тебя там не было. Но на самом деле я даже не знаю, как тебе помочь. Мы коллеги, понимаешь? Амигус профессионалис. Если тебе надо вспомнить былое, попутешествовать во времени, то Рон — это то, что тебе нужно. Но я не очень хорош с проблемами в настоящем, понимаешь? До связи, Рон. Угу. Понятно. Какая-то настоящая драма разворачивается. Так, это вот оно, да? Боже, как это далеко. Так, ребят, я тут, в общем-то, оббегала все, в общем-то, сделала небольшой крюк. Вот, и решила пойти в другое место немножечко. Вот здесь мы не были. Поэтому давайте попробуем вместе с вами здесь спуститься. Может быть, это тот ручей, о котором нам говорил Делайла. Я-то, конечно, без понятия. Вот.
Но, ой, нет, нет, не туда, не туда, лучше на вниз. Но я хотя бы попробовала. Если что, я уже примерно выучила эту местность, потому что успела уже долго по ней понаходиться достаточно. Так. И что тут у нас такое? Переход в ущелье. О, переход в ущелье. Прыгнуть. Ну-ка. Опа. И что? Так, ну давайте попробуем, может, Делайле сообщить, мы вообще там или не там. Wow, I'm on top of a natural bridge out here. Really? Is it a complete arch? No, I guess the bridge is out here. Still, I think I could jump this gap to get across the canyon. Wow, you're a regular evil Knievel. Oh yeah, you should see the jumpsuit I'm wearing. Так, и что дальше? Нам надо сюда? Или что? Ну, давайте попробуем залезть. А где вообще... А, вон там тонкий столб дыма. Так, слушайте, а если бы мы пошли туда, по ручью, то что? Там, смотрите, там прям фейерверки. Обалдеть. Может быть, нам туда и надо? Слушайте, я ж... Если бы я знала... Ну, давайте взберемся, посмотрим уже. Может быть, чего и найдем. Не зря ж мы как бы пришли сюда. Или зря. Или зря, слушайте. А, так. Ладно. Если что, вернемся. Если что, вернемся, ребят. Я не переживайте. Если что, вернемся. А, тупники я вырежу. Поэтому... По этому поводу можете даже не заморачиваться. Вот. Лишнего заставлять я вас смотреть точно не буду. Карабкаться пока не... Да куда? Вообще не понимаю, куда мы идем. Ну ладно. Все выше и выше. А куда идем, непонятно. Странно. Странно, странно, странно. И никаких следов от девчонок до сих пор. На самом деле. Вообще непонятно. Вообще непонятно. Слушайте, что происходит? Куда идем? Опа. Прыжок с высоты. Так, а обратно? А обратно мы не сможем вернуться? Меня такой расклад не устраивает. Или ладно. Или давайте прыгнем. Или давайте прыгнем. Я не знаю. Возможно... возможно, хуже не будет. А возможно, будет. Тут как бы не предугадаешь, но обратно мы уже не вернемся, поэтому окей. Вышка две тропы. Мы почти дошли. Да, в нашей вышке это туда. Ага. О, ящик открытый. Нормально, да? Открытый ящик. Погодите. Батончик, гранулы. Подождите. По-моему, мы забирали батончик, гранулы. По-моему, мы как-то раз открывали какой-то ящик, и там был батончик, и я еще шутила, что Генри его, походу, съел. Да, съесть. Это держать Е. Так. Давайте. О, еда. Я думала, нельзя оставлять еду. О, еда. Hey, there's a snack in here. Probably gonna eat it. You definitely do not want to do that. Whatever's in there has been in there for years. That's how you get food poisoning. Ну что, ребят, съедим или нет? Я даже не знаю, слушайте. Или кинем. Ну ладно, пускай лежит, если что. Если что, как бы... Мы знаем, что здесь есть вкусняшечка. Да. Так, дым я уже не вижу, к сожалению. Зато я вижу ящик. И, по-моему, мы его... Да, мы его не смотрели. Это радует, значит, мы здесь еще не были. Хорошо. Опа. А что у нас? Листовка пропавшим без вести. Ничего себе. Так, ну давай информацию скопируем сначала. Да.
Что у нас тут шишка, конечно, как всегда. И да, давайте насчет листовки спросим. А много туристов пропадает в Шишоне? How many hikers go missing in the Shoshone? More than none, unfortunately, with most of them being in this area. The thoroughfare, because it's so remote. Why? I found an old flyer for a missing hiker. It just got me thinking, that's all. Like how you said one day you were talking to the Goodwins, and then the next you weren't. Ned Goodwin didn't get mauled by a bear or stuck in a ravine. He was just a PTSD'd a-hole who dragged his son out to do a job and realized it was a bad idea. Тебе этот парень не нравился, да? Пустро... неприятно. PTSD? That doesn't sound good. Yeah, I don't know. He was in the army. He was off. It's actually the saddest story. He was only discharged because his mother, Brian's grandmother, died. She'd been taking care of him, and Ned was the only next of kin. Damn. And you got to know Brian a little bit? Yeah. I talked to him way more than I'd talked to Ned, that's for sure. How was he at, you know, spotting fires? Better than you. He actually liked to stay in the tower. Ясно. Взять, читать. Пропал человек, Митч Майклс. Последний раз видели около озера Джонси в 81 году, ничего себе. Интересно. Наше озеро Джонси. Ну, давайте себе оставим, может быть. Ладно. Давайте закроем. Так. Пойдем дальше. Где наш столб дыма? Вообще. Я его потеряла. И я его конкретно потеряла из виду. Так. Пышная леса. Сообщить. Здесь довольно пышно. Oh, you must be talking about the Aspen Grove down there. Yeah, I think that's where I am. Those trees are actually one root organism. Did you know that? Нет. Yeah, they share their water as a colony that can live for hundreds of years, even through fire. Can you believe you're actually getting paid to learn all of these amazing things? Also, by what it looks like on this map, you'll be coming up on a stream that should lead you towards where we saw that smoke. Да? Ну, это радует. Это действительно радует, если это так. Слушайте, у нас уже как будто, вот судя по свету, у нас прям конкретно так вечереет. О, это ручей? Это есть тот самый ручей? Ёлки. Ёлки-палки. Так, ну, и что? Идем? О. Опа, музыка. Это хороший признак, знаете, значит, мы идем в верном направлении. Я надеюсь, что YouTube меня не забанит за эти саундтреки. Очень сильно бы хотелось, конечно, потому что как мне их потом вырезать или заменять, это большой вопрос. Но вообще красиво, но тревожно, не знаю, вот. Мне прям тревожно. Давайте прям по ручью пойдем. Ой, а почему бы и нет? Красивая музыка, мне нравится. Так, дыма по-прежнему не видно. Ну, пойдемте. О, пивная баночка, ты же моя хорошая. Так, а это что там такое? Ну-ка, пойдемте. Что это там такое висит? Водопад? It's a really nice waterfall down here. Given those girls love a skinny dipping, I bet they're nearby. Ха! Так, а это что такое? Кусок ткани. There's some cloth out here. It looks like it was torn from something. Strange. I'll keep looking around. О, пивная баночка. Слушайте, отлично, мы вышли на след, кажись, наших барышень. Found one of their empties. Guess we're on the right track. Во-во-во. Roger that. Так, и там у нас пивная банка, и тут пивная банка. А куда идти-то? А куда идти-то, ребята? На какую именно пивную баночку мне обратить внимание в первую очередь? Опа. Пивная банка. Found another. Roger that. Слушайте, интересно.
Это интересно. Или мы сейчас просто обратно вернемся? Ну-ка. Мне кажется, что мы тут уже были. Или нет? Что это за местность такая? Черепаха? Whoa, I found a turtle. Maybe it's a tortoise. It's a thing with a shell. Isn't that something? It's actually pretty cute. Well, Henry, if you decide you want it to keep you company, nobody will mind. Серьезно? What do I call it? Looks like a, Так, Бакет младший. Бакет младший. Нет, давайте Терт Рейнольдс. Well, now I can't wait to see him. The mustache is impressive. You tell him I love Cannonball Run. Приютить? Слушайте, мы можем... О, смотрите, какая она милая. Боже мой, какая прелесть. О, я не могу. А давайте приютим к себе черепашку. Супер. Слушайте, не зря сюда пошли все-таки. Тут, конечно, любопытно. Опа. Опа, смотрите-ка, ребята, что мы нашли, что мы с вами нашли? I see a campsite, and it looks like they've got a fire. Is it them? It seems like it. I swear, they must have dragged 4 cases of beer out here. Track them down, and don't let them see you. What a job this is. А каким образом, я извиняюсь? Мое белье? Серьезно? Ah, found my sheets. So they did break into your tower. Looks like. Прекрасно. Так, подождите, а как нам не дать, как нам не запалиться-то перед подростками? Я что-то немножечко не могу понять. Я, а вообще где они, собственно? От кого прятаться и где? Я не знаю. Слушайте, это интересно. Не дай им себя выследить. Каким макаром? А можно как-то дать себя выследить? Но их здесь нет. Есть какая-то записка. Порванная одежда. Some of their clothes are all torn up. That's not good. Ну, как бы да. Спальный мешок. No, maybe I should take one of their sleeping bags as payback. At this stage, take whatever you want. Не, ну мы не будем брать. Что это? Так, палатка. Their tent looks like it's been through the shredder, which would explain that scrap I found. What could have done that? Like a bear or I don't know. It sounds crazy, but even a bull elk if it's off its rocker. Whatever did it, did not hold back. You've got that camera, right? It might be a good idea to get a few snaps, just in case. Yeah. Good thinking. Серьезно? А что сделать-то? Ну ладно. Давайте только отойдем, может как-то вот так. Чик. Ага. Все? Вот так? Или может быть, я не знаю, я боюсь как-то кадры тратить, если честно. Давайте пока на этом все. И подождите. Вот тут вот, может быть, еще можно что-то исследовать. Ящик пива. These girls have a full case of beer left here. A full case. Well, they're impressive little shits, I guess. That is some dedication. Подростковая зона. I have entered the teen zone. Oh, really? And where's that? It's the name of a magazine for girls. It's on the ground here at their camp. Похоже, штаны вернулись. Pants are back. I'm sorry, pants are back? Well, according to the experts at Teen Zone magazine, it's unclear where they've been. Что? The pants, I mean. Так,
Что опасные самцы? О, да. Well, I found some dangerous hunks. What on earth are you? It's another one of those magazines. Давайте еще что-нибудь скажем. Не понимаю, почему самцы такие опасные. Why the hunks have to be so dangerous? Well, you're clearly not a young woman. Girls should want nice hunks. Ugh, boring. Да. Так, и что? Мне кажется, что там есть какая-то записка. Записка. Looks like someone left a note. Intriguing. Maybe you should read it. Okay. Yeah. Let me know what it says. Так, сообщить о злой записке подростков? Oh, they're gone, for sure. Well, what's it say? Они вызывают полицию, думают, я на них напал. To call the police because they think I attacked them. Oh my god. Well, did you? Я не знаю. Я ничего им не сделал. I didn't do anything to them, but it looks like someone had it out for them. Then why do they think it's you? Fuck, I don't know. Huh. Hey, I don't. I believe you. Come on, Henry. All right. It's just weird what happened out here. Weird stuff happens in the woods. It could be other campers. They could be having a bad mushroom trip. We really don't know. But they're gone. There's no way to call the cops. They're not coming back. And we can get to work. I'd really like to start enjoying a quiet summer. Yeah, me too. Ой, погодите. А мы же не прочитали записку. Я даже не видела, что там в ней было. Ой. Ну, это интересно, конечно. Я думала, мы и дальше как-то продолжим поиски, но нет, у нас день третий сразу. Знаете, мне кажется, мне вот как-то начинаю уже переживать за этих девчонок. Опа. Найти внизу доски для ремонта окна. Ха! Слушайте, интересно. Мы тут, значит, окно уже ремонтируем себе. Понятно. Ребят, напишите, что hey, вы думаете. Henry? А. Yeah. Угу. What do you look like? Why are you asking? Because I'm horribly superficial. Как Берт Рейнольдс, если бы у Тома Круза был красавец брат. I could be Tom Cruise's good-looking twin brother. Oh, that's too bad. I read in People he's like 5 foot nothing. Yeah, well, you can't win them all. Okay, well, that gives me a good start. Now let's see. In my scope, I can only tell you're a white guy wearing shorts. It's hot. And maybe, by the way, I'm not white. It's not very, you know, PC or whatever they say. Oh my god, you are the whitest man. Wow. I don't need a spotting scope for that. And if not shorts, then what do you normally like to wear? Трусишки. Одежду, смокинги. Я стараюсь выглядеть хорошо. Одежду я об этом не думаю. Наверное. This can't be that hard. Clothes. I don't really think about it. Oh, come on. I got a sweatshirt I like, good jacket I got at the Buckle Barn. Ooh, I love the Buckle Barn. Just one of those brown ones, you know? I do. Now tell me about your face. I'm looking at you across the bar. What do I see? Это интересно, у меня густая борода. A pretty thick beard. Oh, have you always had a beard? For a while, yeah. All right, perfect. I want to know about your eyes. Get out of here. I'm drawing you. I need to know. Your what? Is that okay? Don't answer. I'm gonna do it regardless. Ну да. Fine. Your eyes. Tell me. А я что знаю? Остальные счастливые, усталые. Ну, усталые, наверное. They look tired, I think. Oh yeah. Yeah, you know, you hit a certain age and you just. You think you're a younger person who just looks tired all the time. Speak for yourself, mister. But I guess that's getting old. Well, some people might see distinguished. Okay, got it. Thank you, Henry. You get what you need? Absolutely. Okay. Это было интересно. Я вообще хотела сказать,
Напишите, ребят, что вы думаете о том, что случилось с нашими девчонками, что вообще происходит, господи. И давайте мы с вами записку там попробуем найти. Есть тут записки? Нет! Нет, мы не взяли записку от тех девчонок. Ёлки-палки. А что делать-то? Мне было интересно, что в той записке. Я, может быть, попробую потом на записи посмотреть, почитать, что там было написано, потому что я это так чисто, знаете, понажимала, я вообще без понятия, что было написано. Надо было, конечно, сразу прочитать, а потом уже дала или сообщать, ну да ладно. Как есть. В общем-то, да. Мы с вами продолжим наши замечательные приключения в лесу, я думаю, уже в следующей серии. И да, вот он наш Хэнк. Давайте сходим его проведаем, да. Вот он наш дружаня по имени Хэнк, поэтому давайте, как всегда, закончим серию вместе с ним. Я благодарю вас за просмотр, всем огромное спасибо за то время, которое вы уделили мне. Всем до новых встреч и всем пока!